Всем привет! Впереди выходные, на улице потрясающая солнечная погода, а меж тем город подготовил насыщенную программу культурного отдыха. Куда пойти в Самаре? Разберемся вместе прямо сейчас. Поехали! Искусство начинается с кустов. Во всяком случае, именно так называется проект в литературном музее. Посмотреть выставку у вас будет удивительная возможность уже сегодня в 7 вечера. Сразу после посещения экспозиции «Толстой. Смена оптики». Пятница, вечер, первые выходные золотого месяца октября. Это время поэты ознаменовали едва ли не самым романтичным в году. В Самарской публичной библиотеке решили устроить горожанам сюрприз – музыкально-поэтический вечер. Несколько часов открытого микрофона стихи известного литературного хулигана Сергея Есенина. Начало 18:00. В субботу не пропустите. В Самаре состоится реконструкция боев октября 1918 года за городок на Средней Волге между частями Красной Армии и Чехословацким легионом. Фестиваль «Ожившие страницы истории» продлится до 4 октября. В программе «Интерактивные площадки» будет работать полевая почта, где самарцам предложат написать и отправить старинную телеграмму. Научно-популярную лекцию на тему «Женщины с Венеры» проведут в образовательном центре Третьяковки. Посвящен разговор великим женщинам, в честь которых названы объекты на Венере. Начало в 6 вечера, суббота. В музее Эльдара Рязанова решили еще ближе познакомить самарцев с нашим знаменитым земляком. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Как гласит известная поговорка, поэтому знакомство в этот раз состоится через лекцию-рассказ о близких друзьях Рязанова. Просветительский проект «На связи с Рязановым» открывается лекцией о Василии Катаняне, однокласснике режиссера. Суббота, начало 16:00. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!